Лучший поэт Московской области Наталья Власова свое первое стихотворение написала в 4 года. Импровизация на тему поезда дала мощный толчок дальнейшему творчеству. За прошедшие 66 лет копилка ее творений заметно пополнилась. В разные эпохи моей жизни меня вдохновляли разные темы. Конечно, прежде всего, любовь. Это в молодости, это вечная тема. Она дала начало, собственно, всей моей поэтической деятельности. В своих стихотворениях автор затрагивает разнообразные темы. Война и мир, природа, философские размышления и многое другое находят отражение в творчестве Власовой. Удивительные, глубокие, талантливые, на мой взгляд, просто гениальные. Какие образы находит этот человек? Юным читателям очень многое можно почерпнуть из ее творчества. Недавно Наталья Власова отметила юбилейный день рождения. На творческом вечере «Моя 70-я весна», что проходил в Центральной библиотеке города Видное, собрались близкие, друзья, коллеги-поэты и поклонники творчества. Я Наталью Власову все время отношу к тем поэтам, у которых ясность каждого слова, необходимость каждого слова, слово как кирпичик, из которых складывается вот этот ее поэтический текст. На вечере читали стихотворения Натальи Власовой из сборников разных лет. Поклонники творчества озвучили свои любимые строки. Автор, как художник, раскрашивает окружающий мир разнообразными красками и предлагает зрителям свое видение простых вещей. Пока горит звезда, и наша жизнь полна божественного смысла. Талант Власовой широк и многогранен, и с каждым годом этот бриллиант начинает сверкать все ярче, привлекая внимание к отшлифованным граням написанных строк. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.